Здравствуйте, в эфире ежедневная программа «13 регион», с вами Рауль Габитов. В очередной раз я расскажу вам о том, что произошло в Шымкенте за минувшие сутки. Наша съемочная группа зафиксировала несколько происшествий, но обо всем по порядку. Пока казахстанцы отмечали праздник, полицейские работали, не покладая рук. За 4 дня стражам порядка удалось раскрыть более 160 преступлений, 20 из которых кражи. К примеру, утром 1 января полицейские с помощью камер видеонаблюдения заметили на одной из улиц города подозрительного мужчину с пакетами в руках. При выяснении обстоятельств оказалось, что молодой человек нес 30 блоков сигарет, которые он, предположительно, украл из магазина. Задержанного доставили в РОВД и возбудили по данному факту уголовное дело. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов раскрыли 10 преступлений, совершенных ранее. В целом, во время праздничных выходных охрану общественного порядка в городе обеспечивали более 2000 полицейских ежедневно. В результате ограбления АЗС погиб человек. Инцидент произошел 29 октября в населенном пункте Сайрам. По сведениям областного департамента внутренних дел, 18-летний парень заявился на территорию заправки и нанес ножевые ранения 67-летнему мужчине, который, судя по всему, работал сторожем, но он скончался на месте. После злоумышленник взял деньги из кассы и удалился. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали местного жителя 1999 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован, ведется следствие. Днем 3 января дорожно-транспортное происшествие произошло на Тамерлановском шоссе. На сей раз участником аварии стал пассажирский микроавтобус. Он столкнулся с «Мерседесом». По нашим данным, удар произошел из-за того, что оба водителя не смогли разобраться, кто главный на дороге. Пострадавших в этом дорожно-транспортном происшествии не зарегистрировано. Такова была хроника криминальных событий за минувшие сутки. Напомню, что если вы стали очевидцами пожара, ДТП или преступления, звоните к нам по телефону 56-16-32. Если вы зафиксировали какое-либо происшествие на камеру мобильного телефона, отправляйте материалы на WhatsApp 13 региона, номер вы видите на экране. Наша съемочная группа находится на дежурстве круглые сутки. С вами был Рауль Габитов, будьте бдительны и берегите себя.